Народная Украинская Академия представляет короткометражный блокбастер ФДП. Факультет довузовской подготовки. Где тебя научат жизни? Опять тебе очередные репетиторы! И так был изобретен лук и стрелы. Человек не раз получал веткой полбу в лесу, ну и, наверное, понял, что гибкое дерево – это огромная сила. Научившись использовать лук и стрелы, он научился использовать маленькие камешки вместо огромных глыб, да, из которых он делал рубила, начал использовать маленькие камешки, которые когда-то просто выбрасывал.